могу такое смешное стихотворение маленькое прочитать, небольшое. Шоколадные обстоятельства. Я готовлю шоколад. Мой ребенок будет рад. Для него сей шоколад, как тебе, наверное, клад. Он макнет кусочек хлеба цвета чернозема. Ой, смотри, твои губёшки все измазались ерёмой. Милка, мальчик, глянь сюда. На столе с тарелкой рядом закружилась стрекоза. Шоколада тоже надо. Вот безумная коза. Крылья сладкой жижей омочила, да в полете пьяным на ерёму вскочила. Мальчик, хватит её лохапку, говорит, помыть ей нужно лапку. И понес ее купать, воду в ванной набирать. Он налил шампуни горстки, сам залез со стрекозой. Потереть хотел ей шорстку, смотрит ей в глаза. А взгляд пустой. «Постой!» — крикнул ей Ерема малый. «Может, мыло в глаз попало?» Отпустил ее под воду. Кроха тельца и распалась на два крылышки и лапки, головешку и мохнатку. Плачет Рема, мыльной водой глазки трет. И орёт. Как же я все допустила, стрекозу я погубила, начиная с шоколада, а закончили водой. Так бывает. Зная неизбежности начала, ничего не делаешь. Стоишь лишь у причала, ждешь, что вот волной накроет. Словно книжку прочитавши, так спокойненько закроет.